Домой, домой. Ватрушка, видите, пробирается. В освояси. Такой, смотри, какой. Рысь, рысь. Смотри, что опять? Проваливается. Опять намело. Опять намело, что такое? Смотри, по следам, по следам, по следам. Смотри, тюк-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 тюк. Теплую постельку. А там в кошка-мышка сейчас его еще не будет пускать. По балде. Все. Пришел домой. Ушами дверь. Так, Анжелка наказывает Ульриха снежками. Иди сюда какой-то. Не нравится? Нравится. Алиску задирать нравится? Опять пасовки? Не, Ульрих дальний, второй. Что, не нравится? Вот так вот. Да. Иди нафуфыримся. О, Лиска. Лиска, ну это не Лиска, это совка. Злый день. Смотри, смотри, шеи изгибают как. Очень страшно, очень. Очень страшно. Слушай, они самцы, мне кажется, оба. Да, да. Оба самцы, но они очень папа дружат. Они очень дружат просто. Дружная у них пара. Они себя одинаково и выглядят одинаково. Да. Так, а что у нас гусыньки кушают там? Я им капустки положил. Гусыньки, да, кушают капустку. Да, он грыз бычий, как его называется, бычий. Он они переставали его издавать. Когда мы взяли, почему? Может, неделю назад. Я дам вычесть, что ли? Нет, вот тут на постоянной основе течет. Нормально, бодрячку. Кушать хорошо, кушать хорошо. Ничего такого нет. Так, жучка уже целый час лежит. Две вот таких вот, вторая банка пошла. Всю кровь ей разбавит. Да, всю кровь разбавит жучки. Какие-то по процедуре она лежит здесь, балдеет. А я целый час сижу, жду ее. Жучка, вот и балдеть. Жучка снег пьет, ромашку не хочет пить. Пей ромашку, жуч. Видели, жучка какая нарядная? Вот у нее катетер, потому что ей 9 дней колоть будут. Давай пей, 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 мой хорошенький, пей. Вот, молодец, ромашки немножечко. Попей ромашки, очень вкусненько, ромашечка очень вкусненько. Давай, давай. Все голодные, жуть, все. Я тоже голодный. Хочет водиться, ну сейчас налью водиться. Так, сегодня выпустил гусачков почти всех одновременно. Чуть попозже Ульриха выпустил с совкой. Вот там вот у нас гусыньки уже. Мне так смешно, не хочу кричать. Тихо, не пугайте их. Лиска пытался залезть на гусыньку на одну, но у него не получилось. У Лиски не получилось. Лиске не разрешили, в общем. Гусынька взяла и отошла. Да, да, мой хорошенький, да. Совка, ну, ты будешь злыднем или нет? Будешь злыднем или нет? О, ты хорошенький. Идите, я вам зерна насыпал. Идите. Ульрих, не хулигань, давай. Будь уже хорошеньким. Да, у вас любовь. Ульрих, да. Ульрих защищает совочку, да. Поэтому он такой бешеный. Потому что Лиска пристает к совке. Да. Да. Да, мой хорошенький. Да. Че зыркаете? Не кричите сегодня. Но это пока вы Лиску не увидели, вы не кричите. Лиска вам сейчас нервы потрепит, да, сейчас Лиска вам нервы потрепит, да.
Лиск приставучий, вот такой не отвязаться. Поэтому Ульриха нервы не к черту, да? Я понимаю, я понимаю. Хотите туда идти? Я же вам зерна насыпал здесь. Идите кушайте здесь. Да, идите кушайте. Жучка ночью катетер вытащила свой. Вот, я даже не знаю, она весь катетер вытащила или иголка там осталась. Потому что сейчас я покажу, что она отжувала. Иголку я, честно говоря, не нашел. Сейчас она в будку залезла, не дается. Жучка теперь думает, что я ее самый главный враг. Потому что я ей гель в рот запихиваю, я ее ромашкой кормлю. Я ее в больничку вожу. Да, вот так вот. Все вот так вот и есть, мои хорошенькие. Да. Сейчас будем жучку разматывать лапку. Тоже как так доктора не понимают, что ли, собаки оставить катетер? Ну, честно говоря, не знаю. Вот как я могу уследить? Ну хорошо, днем я прослежу за ней, что она не будет вытаскивать. Это и то с тем условием, что она домашняя собака и дома живет. Оденьте ей, как мне сказали, оденьте ей этот воротник. Я говорю, она с воротником в будку не влезет. Во, чё, с катетером она его разжевала. Так, вот этот пластик. Вот. Вот так вот он сейчас выглядит. Я даже не знаю, сейчас надо ей размотать будет. Так, у нас сегодня солнышко. Видали? Жучка катетер выдрал, я вам показывал, снял с лапы у нее все, потому что там, оказывается, не иголка, там она такая пластиковая, что ли, трубочка тоненькая-тоненькая. Я, честно говоря, даже не знал строение. Все, отцепил. Ульрих наказан у меня. Совка вместе с ним была заточена. Вот они, хулиганы. Опять гоняли. Ну, не совка, конечно. Ульрих гонял Лиску. Причем со второго этажа я увидел, как он ее гонял. Это что-то. Гнал прям вот отсюда. И вот там вот кругами гонял. Вцепился ей в спину и гонял. О, они катаются, видите? Горки здесь устроили. Так, приперлись Ульрих с совкой. Лиск сразу идет к ним. Лиски мало, вот сейчас слово. Лиска, лиски мало, и все равно идет к Ульриху и к совке. Двух уток ей мало, ей нужно всех достать. Я не знаю, может быть, Лиска виноват тоже в своей вот этой вот глупости, что она с Ульрихом начинает ходить. Ходила бы вот с теми вот гусыньками и все. Гусыник так и не назвали мы. Но, честно говоря, сейчас не до этого, видите, с жучкой... катавасия, вот, с вот этими драками, причем дерут только Лиску, ничего не поделаешь. Итак, чтобы наладить мир, нужен высокий забор, да, согласны? Чем выше забор, тем лучше соседи, вот так вот, так что мы перекрылись, пока вот так вот перекрылись от дяди Миши. Лиску отправили к гусынькам. Пусть налаживает отношения. Пускай налаживает отношения с гусыньками. А на этой стороне у нас парочка Абрам и Сарочка. Ульрих, София, Август и Фредерикой. Да, по-другому никак. Лиска ходит за ними по пятам. Я Ульриха тоже понимаю. Вас я тоже понимаю, что пишете, отсадите Ульриха. Ну, у Ульриха любовь, да. У них с совкой вон какая идиллия, поэтому разрывать такую идиллию я не буду, честно говоря. Да, а Лиска должна уже отвыкать от совки, от Ульриха, и не ходить за ними по пятам. И Ульриху тоже нервы трепать нечего. Поэтому, значит, живут они у нас раздельно. И... пока ходят они у нас раздельно. Как Лиска найдет себе пару, тогда будем их совмещать. А пока мы их разделили. У них там и вода у всех отдельно, и капусту я им отдельно кладу, и зерно отдельно. Так что вот так вот. Территория, конечно, здесь у дяди Миши побольше. Но ничего. В общем, вот такое вот решение мы приняли. Да. И сейчас с жучкой поедем мы
на капельницы, поедем на уколы. Вот, анализы я показал. Анализы там, в принципе, ну, я не знаю, хорошие, плохие. По биохимии все нормально, по чему там, мазок, все нормально. Значит, только вот с печенью. Мы лечим сейчас печень. Вот. Так, рыжий пробирается, пробирается. Рыжий пробирается. Ну, на него никто не реагирует, видите? Совки нету, Ульриха нету, и рыжий может спокойно ходить. Лиска и гусынки, они сами побаиваются. Так, куда он делся? Куда ты делся? Вот, видите, гусынки около колодца, около дяди Мишиного. А лиска вот за колодцем. К ним она не пристает. Ей нужен Ульрих и совка. Вот какая информация. Вот очень печально в этом плане. А куда же рыжий делся? Вот он, рыжий, вот он. Идет, Наст его держит. Идет, красавчик, идет. Оп, и здесь уже гулёна наш, рыженький. Рыженький гулёна покушали, отдыхают. Вот единственное кто, это котики меня не беспокоят. Все остальные прям нервы трепят мне. И жучку тоже переживаю за жученьку. И за гусей тоже переживаю, лиску жалко, ее Ульрих гоняет. И Ульрих тоже жалко, потому что лиска пристает к его невесте. В общем, вот такие вот у нас дела. Сейчас жучку повезу на капельницу. Так, у нас тут у жучки выделен отдельный кабинет. Да, два укола ей уже сделали. Катетер новый вставили, она старый разгрызла. Не знаю. Жучку, видите, на столе. О как, мы здесь одни в палате, да, жуч? Ну, молодец, жучка, молодец. Так, у нас опять анархия. Лиска как-то пробрался. Мои баррикады упали. Гусыня одна там ходит. Я думаю, где вторая гусыня? Оказывается, она сидит в домике. Удивительно. Либо ее загнали туда. Вот это я сейчас с жучкой ездил на процедуры. За всеми не уследишь. Вон она, гусынька. Смотрите, сидит. А может, что... насиживает, неизвестно. Вот она, моя хорошенькая. Вот она, моя хорошенькая, сидит. Да? Может, что насиживаешь здесь? Непонятно. Но если хочешь, сиди. Сиди, отдыхай. В общем, вот так вот. Гусынька сидит там что-то. Я могу даже ей свет включить. Вот, гусынька сидит. Сейчас, а та орёт, та ищет гусыньку, орёт, вот так. Так вот, жучка лежит, и она сейчас будет убегать, конечно, потому что она думает, что я ее сейчас буду чем-то пичкать, какими-то таблетками. Жуч, а я тебе хочу дать покушать немножечко, да. На. Жученька, ну кушай, пожалуйста. Жучка не хочет кушать, представляете? Опять отказывается, потому что вот теперь жучка думает, что я ее злейший враг. Она никакие процедуры не хочет со мной делать. Вообще никакие. Вот она ковыляет еле-еле. И вот что, я ей вот... Она думает, что сейчас я ее буду возить куда-то, отвозить. В этом плане, конечно, собака... ну, очень бестолковая. Да? Очень бестолковая. В этом... я даже не знаю, что мне сделать. Ничего не получается делать. Иди сюда, кисуль. Иди поешь ты хоть. На. Иди ты поешь. Жучка не жрет ничего. Так. 3 часа сидел вчера. С капельницей. 3 часа. Это, конечно, вот каждый день 3 часа
только я там сижу. Мне еще туда доехать нужно полчаса и обратно. То есть полдня, пол рабочего дня я трачу с жучкой, конечно, на эти капельницы. Уже там про деньги я даже и говорить не хочу, это ерунда. Но вот время, хоть и... А там ее оставить, я не знаю, она сейчас там с ума сбрендит. Вот. В общем, вот так вот. Лежала, сейчас она на солнышке. Вот тут вот. Я думаю, пойду-ка я жучечку покормлю. Да, и все. Вот я вышел, попытался ей дать, она ушла. Ну, ей дают капельница. Вот этот вот препарат, я забыл, как он называется. Вот этот вот препарат. Две баночки, вот такие 100 миллилитров. И он капает, ну я не знаю, вот одна банка, наверное, час капает. А там мне две банки эти надо прокапать. Это, конечно, прям вот смерть. Собаки орут, там кому-то ногти стригут, а собаки, черти какие там, мопсы, так визжат, как будто их убивают, а им просто ногти стригут. Вот, ужас, конечно, очень все неудобно. Очень. И жучка еще не понимает ничего. Вот. Жучка думает, что я ее на эксперименты отдаю и мучаю ее там. Так что у меня тоже нервы ни к черту. Думаю, что меня надолго так не хватит, это точно. Подождите, а вот мне. Да, а есть у вас это вот красное одеяло, давай я его накрыву. Есть, сейчас я принесу, но я. Так, цапли куда залезли? Куда цапли залезли наши, а? Смотри, а? Царь горы. Это кто это тут царь горы такой? А ну-ка. А ну-ка слазь. Слазь-ка. Да. Вот наши баррикады, видите? Баррикады. Так, давайте капусточку сейчас поедим. Так, гусыньки с лиской. Одну точно назовем Марта Самуиловна. Одну точно. Которая есть. Вот они тоже отличаются. Одна, конечно, такая шипит, бойкая. Альфа-самец. Вот. А вторая раз и села в домик. Такая вот. Вот. Вот бойкая будет Марта Самуиловна. А вот вторую подумаем. Так. Идите сюда. Сейчас будем кушать. Водица есть, у вас зернышки есть, все есть. Купайтесь. Сегодня все подтаивает. Да, все подтаивает. Ну вот, Ульрих кушает, а Совка не кушает. Совка кушает, когда Ульрих ей разрешит, да? Вот, давай кушай, можно чуть-чуть покушать. Вот, молодцы. Молодцы, капусточка. Салатик вам витаминный. Молодцы. Сегодня жучка рекорд был. 4 часа. 4 часа я там просидел. И плюс дорога. Полчаса туда. 5 часов. Это прям рабочий день у меня. С жучкой у меня прям рабочий день. Идите сюда, мои хорошенькие. Идите. Сейчас будем кушать. Капусточку, капусточку будем кушать. Вот она, лиска, идет. Идет мой любитель капусточки. Давай, цапни меня сейчас, да? Как ты любишь меня цапать. Давай, цапни. Вот сколько. Вон какая гора капусты. Лиска. Да вон у тебя две гусыни, что ты ко мне пристаешь? У тебя две гусыни. Да. Давайте. В общем, с жучкой мы. Ого-го. Ого-го как. Катетер вот у нее уже 2 дня держится. Она не стала разгрызать. Но вот видите, не кушает совсем. Не хочет. Жучка обижена на меня очень сильно. Как будто я ее, я не знаю, мучаю. Вот. Не знаю. Может плюнуть, снять этот катетер, какую-нибудь травку там она найдет, сама себя полечит. Я, честно говоря, вот не знаю, что делать. Потому что мне кажется, она еще хуже стала себя чувствовать, чем чувствовала в начале. Вот у меня такое ощущение. То она хоть ела, сейчас она даже не ест, и как будто она боится всего. Вот она боится, она думает, когда я ей еду даю, это какая-то вот уловка или что-то. Такое уже бывало, когда мы ее там куда-то возили,
Она просто отказывается есть все. Не знаю. Не знаю, что делать. Может, вы что посоветуете? Да, вот такая вот не очень приятная, может быть, конечная фраза. Но я, честно говоря, уже как-то вот... У меня и сил нету. Да. И сил нету. Вот. Ну все, друзья мои. Увидимся в будущем. Пока.